Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Зайдя в комнату, хозяин обнаружил свою кошку, застрявшую между двух тканей. Это, наверное, самый быстрый человек со скакалкой, которую вы видели. Эти французские журналисты делали репортаж, когда их сбила огромная волна. Дизайнер создал концепт, какими были бы социальные сети, появились они в 90-х годах. Этот парень надел костюм сумо и начал делать сальто, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Вот полезная визуализация, как делать самые разные кофе. Эта белка постоянно ходит вокруг дома моих родителей и стучит в окно, пока я не дам ей что-нибудь вкусного. Ты хочешь кушать? Ты хочешь кушать? Спасибо большое за просмотр, буду очень благодарен за лайк под этим видео, а перевел и озвучил Виски. Ага.